мадемуазель, когда баван Фредерик будет смотреть на твоего палача менее безропотным взглядом, тут я легко, как бы собираюсь объявить очередной котельон, выйду из-за кулис, взберусь на стул и объявлю: господа, вы все отравлены. И вот тут-то, увидев всеобщую панику, поясню дурачье. Вся эта ночь комедия, тщательно продуманная, заранее отрепетированная. Сей памятный спектакль представил вам, и тут я, как гид, указываю на Диану. Что таится на дне души молодых девушек? Камни, грязь, засохшие цветы. С другой стороны, он вам продемонстрировал, и тут я указываю на вас, ангел. Увы, слишком ангелоподобного, чтобы быть настоящим. Господа, вот эта девушка, вот этот ангел, обыкновенная, нанятая мною статистка, танцовщица из опера, которой я заплатил за то, чтобы она вас всех здесь сегодня вечером одурачила. Что я? Мне среди вас скучно. И завтра же с первым поездом я уезжаю в Африку. Зачем мне в Африку? Охотиться на львов. Ну, что вы на это скажете? А я? Что вы? Что будет со мной? Ну, что с вами? Вы получите подарок, который вы заслужили полностью. Вас передам с рук на руки вашей маме, Романвилю. У вас остается хорошее воспоминание, нарядное платье, как полагается, после бала. Все. А вы не подумали, что мне будет стыдно? Почему стыдно-то? Вы девушка умная. Вы девушка свободная! Вам противны эти мелкие людишки? Мне тоже. Вот мы вместе с вами соединили, чтобы урокам преподать. Разве это не забавно, милая моя? Неужели вы тоже окажетесь мещаночкой, дорогой? Нет, нет, что вы! Я умоляю вас, возьмите это платье, оно вам пригодится в другой раз. А меня отпустите, никому ничего не говоря. Я позову маму, вы нас тут же отправите в Сен-Флур. Я даю вам слово, что никто никогда не услышит обо мне. Да вы с ума сошли! Я умоляю вас. Хотя бы пусть все это случится не при вас, не при вашем брате, не сейчас. Нет! Сию же минуту. Месье Арас, постойте. Нельзя же всю жизнь только забавляться. Наоборот. Дорогая моя, только это и надо делать. Не то не успеете оглянуться, и умирать уж пора. Веселее. Правда. Платье у вас красивое. Да. И вы тоже прелестны. Это тоже правда. Вы очень добры. Пожалуй, недостаточно выхолены. У вас слишком чувствуется природа. Но оно и понятно. Не безупречная пудра, да и духи тоже. А я, представьте, нахожу, что ваша пудра и духи слишком безупречны, и она в вас совсем не чувствует. Кто она? Природа. А, ну, о вкусах не спорят. Впрочем, когда у тебя нет горничной, которой ведомы все секреты красоты, поневоле опускаешься. Самой же за всем не уследить. Вы встаете рано? Да. Оно и видно. А вы ложитесь поздно? Конечно. Оно тоже видно. Спасибо. Скажите, а вас это не смущает? Что именно? То, что платье на вас сшито не вашими руками. На мне почти нет платья. Не в этом дело. Вы должны были бы себя чувствовать не в своей тарелке. Ничего, привыкаешь. Зато ресницы у меня свои собственные. О, я поздравляю вас, они очень хороши. И глаза тоже, к счастью для вас. Ведь завтра, когда у вас не будет платья, они вам очень пригодятся. А платье у меня будет. Мне его подарили. О, я рада за вас. Стало быть, вы еще разочек сможете быть красивой. Ну, мое платье вам нравится? Красивое платье? А хотите, я его отдам? Что? Я его больше не надену, я редко надеваю платье больше двух раз. Я привезла с собой 12 платьев. Поднимитесь ко мне в комнату, я их покажу, уверена, это доставит вам удовольствие. Нет. Почему? Не знаю. Неужели вы завистливы? Фу. Это дурное чувство. Вам, конечно же, хотелось бы быть богатой. Вам, конечно, хотелось, чтобы все, что сегодня произошло, было правдой.
И чтобы у вас было много платьев, как у меня. Само собой, конечно. Бедняжка. А у вас никогда не будет другого. И если я сейчас наступлю на ваш шлейф, вот так, и тихонько потяну, у вас этого не останется. Уберите ногу. Нет. Уберите ногу. Не то им сейчас глаза выцарапаю! Не беснуйтесь, маленькая ведьма, порвете платье. Боже мой, мое платье! Вы ничего его заштопаете, эта цензура сойдет и так. Я понимаю. Для маленькой интриганки великий соблазн явиться сюда на один вечер в платье с чужого плеча и очаровать всех. Но такие вещи длятся недолго, дорогая моя. Завтра утром вам придется уложить ваш старый картонный чемоданчик и сесть в вагон третьего класса, где пахнет блевотиной, а я останусь здесь. Для меня и завтра все будет так, как сейчас. И в этом разница между вами и мной. Приятно быть злой! Пожалуй, не очень. Но в жизни не все бывает приятно. Значит, вы тоже несчастливы? Странно, почему? Я слишком богата. Но Фредерик вас любит. А я его не люблю. Я люблю Арас. Арас? А ему мои деньги притят, наверное, он прав. О, тогда станьте бедным. Вы думаете, это легко? Поверьте, мне это не стоило труда. У вас не было такого отца, как мой. Так вот я вам скажу, моя дорогая, что если меня сегодня унизили, заставили страдать, порвали мое единственное платье, то только потому, что я бедна. Вот поэтому я и сделаю то, что делают все бедняки. Я перейду от слов к делу. И попрошу вас выйти отсюда, милочка. Выйти? Да. Вы, кажется, вообразили, что вы у себя дома, малютка. А это еще один порог бедняков. Поскольку они нигде не чувствуют себя хозяевами, они в самом деле вообразили, что они повсюду у себя дома. С этой минуты я призову на помощь доводы бедняков. А не уйдете, я вас поколочу. Правда? Правда. Попробуйте только. И попробуй. Попробуйте. Платье вам рвать не стану, раз у вас их целая дюжина, и вам на это плевать. Но я расцарапаю вам лицо. Господь Бог хоть в этом проявил справедливость, и у вас нет в запасе другого. Боже, вы чего вульгарно? Вы думаете, я вас испугал? Пока нет. Я. Но мы еще посмотрим. Посмотрим. Конечно. Посмотрим. Моя прическа. Ваша горничная сделает вам новую. Она знает секреты красоты. Слушай, ты же бандитка. Конечно, бандитка. А ты что думала? Так. Ну что ж, у меня тоже есть кулаки. Да ты что? И я тоже умею царапаться. Да ты говори нет. А это вы? Ну, вы довольны? Ваши козни увенчались успехом. Шуточка удалась на славу, как задуманный скандал. Вы взобрались на стул и объявили им, кто я такая. Если вы еще не успели не трудиться, я сделаю это сама. Я сама покажу им, кто я. Бандитка. Как изволено выразиться, мадемуазель. Ага. Вы увидите, чем обернутся ваши игрушечные кровопролития. Вы увидите, какой вам закачу бал. Первым делом я оскорблю свою мать. При всем честном народе я наконец-то сорву с нее эти перья. Это такая милая семейная сценка. И потащу ее за руку домой. К щетке, грязной посуде, к урокам музыки. Вот для чего она рождена. Графиня Пенелопа, графиня Пенелопа. Вот они, Каковские. Бедняки. Бесстыжие, правда? От них надо держаться подальше, а вы вздумали потешиться над ними нынче вечером, чтобы разогнать скуку? Зря, красавчик, зря. Бедняки, они просто слишком маловоспитаны. Вот я, например, с тех пор, как я пришла сюда, мне ни разу не было весело. Я с первой минуты страдала. Ведь вы-то не поняли, вернее, вы не захотели понять, что я вас люблю.
Из-за любви к вам мне пришлось ослепить ваших почтенных дам. Из-за любви к вам я притворилась влюбленной в вашего брата и в довершение всего, как дура, согласилась утопиться. Неужто вы не понимаете, что не влюбись в вас, с первого взгляда я бы никогда не стала принимать участие в вашей безобразной комедии? Ну что же вы молчите? Вам не по вкусу, что какая-то нищенка посреди вашего парка кричит вам: я вас люблю? Ну что ж, это уже не шуточки. Скажите же что-нибудь, чтобы они имели. Еще недавно говорили без умолку. Ну скажите, пожалуйста, мы все ждем. Ну, мадемуазель, это не я. Правда, посмотрите на него, он красен как рак, это его брат. Простите, мадемуазель. Пойдемте, Фредерик. Вам не о чем разговаривать с этой девицей. А раз пришлет Жозуэ, он с ней расплатит. Как вы можете так говорить, Диана? Пойдемте. И я больше никогда не позволю вам показываться мне на глаза. Мадемуазель, я должен был с самого начала сказать, что это не я, но простите меня. Это так плохо, то, как они обошлись с вами. Простите меня. Простите вы. Идите. Если вы ее не догоните, она вам причинит еще много горя. Мадемуазель, когда я встречу брата, сказать ему, что вы его любите. Нет, не трудитесь, пожалуйста. Я понимаю. Простите меня. А, ничего. Боже мой, дитя мое, это ты. Это я. Ты меня напугала. Дитя мое, все кончено. Что кончено? Этот молодой человек сошел с ума. Он собрался, на стул несет. Бог знает что. Ну все, теперь эти люди от нас отвернутся. Так, снимай свои перья. Мы едем. Мама, мы едем. Послезавтра у тебя в Париже уроки. Ты что, забыла? Боже, какая ты прозаичная! Прекрасная греза развеялась, ей хоть бы хны, бесчувственная. Выходит, он тебя не любит, интересно. А зачем тогда он пригласил тебя в замок, если не влюблен в тебя? Для потехи, мама. Нет, ты меня не убедишь. Что-то тут было. Что-то тут было, только ты не сумела этим воспользоваться. Хочешь знать правду, дитя мое? Ну? Ты слишком большая гордячка. Да, ты хорошенькая, это твой шанс. Но им нужно пользоваться, а не ждать неведомо чего. Ха, хорошенькая девушка, без гроша в кармане, товар скоро портящийся. Так, ну что, поговорила? И хватит. Снимай свои перья. Ну что ты к ним прицепилась? Ну, посмотри, ну хорошие перышки. Ну ладно, все сняла. Ну иди сюда, ну не дуйся. Иди сюда, моя красавица. Слушай, только что у меня был длинный разговор с Ромен Би. То, что здесь произошло, заставило его, наконец, решиться. Он объяснился. Знаю, ты скажешь, стоишь лучшего. Но нельзя же вечно ждать чуда. Сегодня ты убедилась, как ведут себя молодые люди из приличных семей. Вот видишь, Арман Бин человек состоятельный, воспитанный, вежливый, в летах. Но он давно к тебе присматривается и знает тебе цену. Так вот, он нам обеим обещает большое содержание. Потом он еще сказал, намекнул, что когда мало-помалу он приучит к этой мысли свою семью, не исключено, что он женится на тебе. Ты представляешь, какая удача, дитя мое? Ну, улыбнись. Ступай. И переоденься. Ах так! Ты намерена дуться! Ты забыла все, что я для тебя сделала! Ты хочешь погубить свое счастье, дать увянуть своей красоте, даже не воспользовавшись ей. Ну и прекрасно! Сиди взаперти, перестань улыбаться, в два счета станешь уродиной. Замолчи. Нет, слушай, очень приятно быть гордой. Но от этого на переносице появляются морщины. Да, и презирать всех тоже очень приятно.
но от этого вянет кожа. А если у тебя за душой нет ничего, кроме хорошенькой мордашечки, то ее приходится ценить, моя цыпочка. Если ты сама об этом не знаешь, спроси. Ой, дорогой месье, как я рада! Ой, как я рада! Дорогой месье, как поживаете? Превосходно, мадам. Графиня Фенела, вашим услугам. Ах, да, я забыла, нас же уже представляли друг друга. Да, но в этой суете, в этой сумятице люди лица... Я хотел просить у вас разрешения побеседовать с вашей дочерью наедине. Ну, дорогой месье, конечно же, я его даю сию же минуту, с всей душой. Изабелла, оставляю тебя наедине с господином Мастершманом. Держись прямо. Ой, мой веер! Чистим и кланяться. Да, я ухожу. Мадам! Ой, ой, дорогой месье, ой, от этих раутов так устаешь, еле держишься на ногах. Да, уж очень суетную жизнь мы с вами ведем. Да, это наша общая с вами беда, не правда ли? Так, я удаляюсь. Держись прямо. Мадемуазель. Я не стану разводить церемонии, я знаю, кто вы. Через полчаса будут знать об этом все, ваша карта бита. Вы пользовались большим успехом, все сошлись во мнении, что вы восхитительны, но вы сами понимаете, что это маленькое приключение не могло продолжаться долго. Я же пришел просить вас ускорить его конец. Ступайте к себе, переоденьтесь и скройтесь, ни с кем не простившись. Вы были блистательны. Это такая маленькая падающая звездочка. Теперь погасните. Часом раньше, часом позже, не все ли это равно. Меня вы этим очень обяжете. А вам-то что за печаль? Уеду я или останусь, месье? Я хочу сделать маленький подарок моей дочери. Видите, я откровенен. Ваша дочь. Я никогда не хитрю в делах, поэтому мне всегда везет. Сколько вы просите? Нисколько, месье. Я сама собираюсь уехать. Я это знаю. Но я считаю несправедливым, если вы уедете, не получив ни гроша. Сколько вам обещала раз? Мой месячный заработок и вот это платье, которое мне только что порвали. А кто мне порвал? Ваша дочь. Ну, вот видите, значит, я в ответе. Сверх того, что вы попросите, я вам куплю еще два таких платья. О, спасибо, месье, но мне больше нравится это порванное. Мадемуазель. Давайте поговорим на чистоту. Я не желаю, чтобы вы виделись с Арасом даже для расчета. Сколько вы просите, чтобы уехать, не повидавшись с ним? Нисколько, я не собираюсь с ним видеться. А как же обещанное платье? Я не намерена брать деньги. Я считаю, что танцевала здесь нынче вечером ради собственного удовольствия. Вот и все. Да? Да. А что, мсье? Скажите, пожалуйста, почему вы отказываетесь от денег, Арас? Ну, просто мне доставит удовольствие не брать их, вот и все. А от моих? А вам не за что мне платить. Я вам уже объяснила, что как раз собираюсь уезжать. Меня и в самом деле просили разыграть здесь небольшую комедию. Роль сыграна. Занавес опущен. И я уезжаю, мсье. Мне не нравится, что вы уезжаете, ничего не получив. Очень жаль, мсье. Но именно так я поступлю. Нет. Прошу прощения. Не берите пример со Совича. А кто такой Сович? Сович, банкир. Один из моих конкурентов. Мне часто приходилось с ним решать важные дела. Так вот этот человек вечно уходил. Стоило нам не сойтись во мнении, это случалось довольно часто. Гляд, он уже уходит. Легче приходилось его ловить в коридорах, в лифте. Чем дальше удавалось ему уйти, тем дороже мне это стоило. И вот однажды под каким-то предлогом в бухте Динар я предложил ему выехать в море в открытые, в лодке, предварительно удостоверившись, что он не умеет плавать. Там я ему предложил громадную сумму, чтобы раз навсегда покончить с этим.
С тех пор мы закадычные друзья, но он научился плавать. Так вот, дитя, никогда не притворяйтесь, что вы уходите. Это средство никудышнее. Время идет. Чем дальше, тем быстрее шансов, что гости все пронюхают. Вашему молчанию будет грош цена. Пока есть время. Запросите-ка с меня приличную сумму. Да-да-да-да-да-да. Я с моим капиталом могу себе позволить изредка быть сентиментальным. Вы мне симпатичны. Да. Я не намерен с вами скупиться. Сколько вы хотите? Мсье, нисколько. Нисколько. Совершенно. Это слишком дорого. Простите меня. Стойте! Я совершу безумие. Да что такое? Я вам предлагаю двойную сумму. Вот видите, маленькая девственная пачечка. Ее можно разобрать по листочкам. И каждый превратить в платье, в драгоценности, в меха, во что хотите. Ну скажите, неужели бы вы не хотели иметь при себе эти славные бумажки? Месье, вы подождите, мне же их некуда девать. Я вам заверну. Совершенно некуда. Сделаю маленький пакетик. Серьезно? Перевяжу веревочки. Да. Послушайте, месье, я не ухожу только потому, что не хочу вызывать у вас неприятных воспоминаний о господине Осовиче. Но поверьте мне, я не возьму ваших денег. Поверьте мне. Характер у вас, мадемуазель. Нет, нет, не в этом дело. Я очень несчастна. Мне очень стыдно. Я такого наслушалась сегодня из-за этих денег, что один вид их внушает мне недоверие. Ну, все. Прошу вас, не будем. Ну, конечно. Я умоляю вас. Забудем эти грязные бумажки, поскольку один вид у вас вызывает отвращение. Ну что, да деньги в самом деле вещь грязная. Тут я дал маху. Не будем об этом. Не будем. Я вам выпишу чек. Чек? Вот, да. Вот здесь, видите, на специально отведенной строчке. Я ставлю единичку и начну дописывать «Нали» до тех пор, пока вы крикнете «Хватит!». Начнем! Нет, ну неужели вот такой неумный человек, как вы, может добиться успеха в делах, которые влияют на судьбы мира? Я умен, мадемуазель, я очень умен. У меня большой жизненный опыт. Именно поэтому я вам не верю. Ну хорошо. Раз вы умный, давайте поговорим разумно. Я прошу вас, месье, присядьте. Полчаса молчания, за которое вы мне хотите заплатить, уже почти истекли, пока мы тут с вами болтали. Ваша дочь знает, кто я, и знает, что все это знают. У нее нет больше причин для ревности, а раз мной не интересуется. И я повторяю еще раз, я не собираюсь с ним видеться. Если бы вы меня не сдержали, я бы давно уже уехала. Ну, все, теперь видите, что мне нечего продавать, правда? Мадемуазель, у каждого всегда найдется, что продать. Даже если у вас действительно сейчас ничего нет, то после того, как мы с вами стали торговаться, я просто обязан у вас что-нибудь купить. Ну почему же, месье? Да потому что я потеряю веру в себя. Если вы от таких пустяков теряете веру в себя, я сообщу об этом господину Ословичу. Ой-ой-ой, Ослович, Ослович, мальчишка. О, боже мой, с вами, что с равным противником я играю в открытую. Я иду ва-банк. Я вам дарю приданное. Выдумки, а раз они перестанут быть выдумкой. Да, вы будете такая же богатая, как все девушки на этом балу. Через полчаса вы войдете в гостиную с гордо поднятой головой. Захочу! Роменвиль удочерит вас. Вы в самом деле будете ему племянницей. Ну? Мсье, простите, велика честь, но... Что, он вас обидел? Я его заставлю просить у вас прощения. Нет. Посреди гостиной будет целовать подол вашего платья. Нет. Он превратит все в шутку, но выполнит все, что я ему скажу. Прошу вас, выслушайте меня до конца. Мадемуазель. Я могущественнее.
чем волшебник в сказке. Я вас озолочу. Хотите, я составлю самого прекрасного, самого достойного юношу среди этого бала? Немедля просить вашей руки. Спасибо, месье. Спасибо, месье. Вот. Спасибо, месье. Да, но все это не доставит мне такого удовольствия, как говорить вам нет. Вы знаете, мадемуазель, да. Я ведь тоже не верю в деньги. Все, что они принесли мне, это тлен, дым, прах, дерьмо. Я больная печень. Я не могу себе ничего позволить. Я ем лапшу, пью воду. Меня даже не радует то, что я каждый вечер могу обладать этой высокомерной красавицей. Я даже не страдаю от того, что она меня обманывает. В этом была бы хоть капля утешения. Но красавица мне нужна, как прошлогодний снег. Мне и другие не нужны. Мне никто не нужен. Я всего-навсего бедный портняшка из Кракова. Единственное радостное воспоминание всей моей жизни – это первое платье, шитое мною в 16 лет, первый мой успех. Это была поповская ряса. Она падала красивыми складками. И отец мне сказал: ну, Натан, молодец, ты мастер своего дела. Я был наверху блаженства. С тех пор я не знал успеха, я просто добывал деньги, 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 побольше денег. Но деньги не принесли мне ничьей любви, даже дочерней. Деньги не принесли мне даже любви к деньгам. Пожалейте меня. Мсье. Не покидайте меня сегодня. Что? Возьмите у меня деньги. Я не возьму. Простите меня, мсье. Ну что ж, в таком случае смотрите, что я делаю с этими могущественными листочками, от которых никакого пробка. А что вы сделали? А я их разорву. Как? Зубами. Растерзаю, выплюну. Да вы что? Да, вот смотрите. Вот это да. Вот. Вот это мысль, вот. Все. А ну-ка, дайте я вам помогу. Мне тогда тоже станет легче. Вот смотрите. Загородная вилла, мечта всех небогатых рантьер. Да-да, и сад, и бассейн с золотыми рыбками, и розы. Розы. А вот платье, платье. Всевозможные ткани, из которых они шьют себе туалеты. А вот, вот меха. Манто! Куда столько мехов сейчас же летом съем? А вот смотрите, атласные простыни. Ночные сорочки, которые дороже всяких платьев. Да. Коротенькие комбинации. Месье. Платки с ручной вышивкой. Месье. Вот путешествие. Радость азартных игр, покорные красавицы, породистые животные, рабы. Да. Месье. Жемчужина. Вам ее жаль? Конечно, нет. Рвать жемчуга? Рвать жемчуга. Рвать. А вот это совесть всех честных людей. Фу. 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 Браво, мсье. Браво. Вот оно. Убогое счастье убогого.
жалкого мирка. Убогое счастье! Вот оно! Мы и забыли о них. Держу пари, что вы потратили куда меньше сил, чтобы заработать эти бумажки. Правда? Мадемуазель, я очень несчастный человек. Мсье, я тоже. Я, пожалуй, вас понимаю. В этом замке я единственный, знаю, что вас мучает. Меня сначала все долго унижали. Потом я стал сильнее и стал унижать других. Ясно одно, мы слишком одиноки. И ничем не сможем помочь друг другу. Просто каждый должен вести свою игру до конца. Что вам здесь нужно? Месье Лорас просил передать мадемуазель, что он ждет ее в маленьком будуаре, чтобы расплатиться с ней. Передайте ему, что мы в расчете. Мне заплатил господин Мессершма. Месье. Мой. Да, месье. По-моему, у вас славное лицо. Месье, я из семьи потомственных дворецких, которые на службе не позволяли себе подобной вольности. Но по воскресным дням и вообще по праздникам друзья и знакомые, правда, часто говорят мне, что у меня честное, открытое и даже добродушное лицо. Лицо истинного француза, на которого можно положиться. Так вот, слушайте, когда вы были мальчишкой, вы изучали священные писания? Немножко, месье, как все. Про Самсона слышали? По-моему, он был израильтянин, месье. Вполне возможно, тогда все были евреями. Самсон был силач, страшный силач. Однажды он попросил привести его под своды храма. Обхватил колонны храма и потряс их. Изо всех сил своды храма рухнули и раздавили 2000 филистимлян, которые там молились своим лжебогам, а Самсона считали дураком. Но и Самсона тоже раздавили. Самсона тоже не имеет значения. Велико ли горе, что он был беден? Не в том горе, что беден, месье, а в том, что его раздавило. Да. Еще. Я вас хотел спросить, сегодня ночью я могу позвонить из своей комнаты за границу? Само собой, месье. Да, благодарю вас. Пожалуй, все, что я хотел узнать. Как Самсон, закрыв глаза. Да, месье. На рассвете раздается страшный грохот, дребезжит телефонный звонок. Вот оно. Храм рухнул. Вы меня понимаете? Нет, месье. Это не имеет значения.
Возьмите, там 1000 франков. Забудьте все, что вы здесь слышали. Без масла и без соли. По-моему, смеяться тут не надо. По-моему, тоже. Чего ты все это затеял? Мне было скучно. И потом меня злило, что эта взбалмошная девчонка помыкает нашим Фредериком. Ей следовало преподать урок. Вот ты его и преподала, заодно бедняжке Изабелле. Мне ее очень жаль, она прелестна. Да, но ты ее ни капельки не любишь. Ни это капельки. Все выдумки дурехи Капюла. Да, тетя. Вот мы его и получили. Что именно? Хороший урок. И сидим здесь с тобой, как два дурака, и не очень уверены, что поступили разумно. Разумно, неразумно, красиво, некрасиво, тетя, вы меня удивляете. Я думал, что у вас-то закваска покрепче. Да, я сама так думала, и вот видишь, к чему пришла. Кстати, она тоже не лишена достоинства. Кто? Это Диана. Мне по душе норовистые кобылицы, даже если они сбрасывают меня на землю. Но когда я увидел ее, я сразу понял, ей нужен другой объездчик, не наш бедный Фредерик. А почему она выбрала именно его? Да почем мне знать, тетя? Наверное, чтобы загрызть его себе на почек. А может, она поступила так с досадой? Это дело ее. А может, и твое? Что вы хотите этим сказать? А то, мой дружочек, или я старая слепая дура, или с самого первого раза ты влюбился в нее, она в тебя. Тетя, что вы говорите? Я влюбился. Хорошо, пусть это так. И все равно я предпочел бы умереть от желтухи, как это сделал ваш друг Палестрини, но не доставил ей удовольствия своим признанием. А, Палестрини жив и здоров. Говорят, в прошлом году он женился на девушке, это оказалась молоденькая немка, чемпионка по плаванию. Она сама выудила его из воды, и у них теперь ребенок растет. Черт возьми, Лагуна. Лагуна, тетя, вон там. На берегу большого бассейна женская фигура. Ай, мой мальчик, я слепа, как крот. Беги туда скорее. Мадам! Да. Мадам! Что такое? Мадам, Изабеллу нигде не могут найти. Ее мать совсем потеряла голову. Мы боимся за нее. Чего бы это? Она завернула в бумагу колечко, единственную свою драгоценность и немного денег. И оставила все это на комоде у себя в комнате. О, мадам! Мы все кругом виноваты. Мы еще раз не любим ее. Но, плакать будете после. Лучше взгляните в сторону большого бассейна. Видна там женская фигура. О, небо! Это она! О, несчастное дитя! Она придет вдоль берега, словно Офелия. Наклонилась. Бросилась в воду. Мадам, она утонет! Не утонет! Не утонет, там воды как вот наплакал. Но она может простудиться. Сейчас же несите ей теплое одеяло, кстати, ему тоже. Я раз увидел ее, нырнул! О, благородный юноша! Он выносит ее! Из-за него она подобная вредике. Увидит царство тьмы, увидит солнце вновь. Ох, если бы их могла соединить любовь. Сочинять стихи будете после, старая дура. Да-да-да-да. Делайте то, что я вам говорю. Я здесь, мадам. Здесь. Ну вот что вы, мой милый, сегодня вечером у нас разыгрывается целая драма, и даже с утопленниками, поэтому велите поварам приготовить пунш да покрепче, а меня, мальчики, везите к большому бассейну, надо это кончать. Что это там такое? Везите, везите. Да. Большой бассейн. Thank you.
О, Боже! И волна их в объятье любви принесла. О, дитя! Не таись! Вдруг и он любит тоже. Хватит лишь плести, наконец, котла! Увы, мадам! Увы! Я не могу сдержаться! И сердце у меня в груди готово разорваться! И душу лишь в стихах! Могу теперь излить я. Ступайте изливаться тогда за дверью. Делайте то, что я вам сказала. Вам холодно, дитя мое? О, нет, мне хорошо. Ну вот, ну вот что. А ты не замерз? Я задыхаюсь под этим пледом. Ну вот, воспользуемся тем, что нас на несколько минут оставили одних, и решим несколько важных вопросов. Мы похожи на вождей краснокожих, собравшихся на совет. Посмотрите на меня, дитя мое. Хорошенькие глазки, растрепанные волосы вам больше к лицу. Зачем вы вообще причесываетесь? Мадам, так принято. А бросаться в воду при первом любовном разочаровании тоже так принято. Держу пари, вы умеете плавать. Умею. Ну, вот видите, какая вы дурочка. Это я. Приказал ей броситься в бассейн из-за любви к Фредерику. Но потом, конечно, отменил приказание, не зная, какая муха ее укусила. Чего вам вздумалось топиться? Ради себя самой. Это против уговора, мадемуазель. Вы должны были выполнять только мои приказания. Мой рабочий день закончился. Вы послали Дворецкого рассчитаться со мной. А разве не рабочее время? Я не имею права покончить с собой ради собственной надобности. Она права крыть нечем, тем более уже утро и притом воскресного дня. Если воскресенье трудовой народ не имеет права покончить с собой ради собственной надобности, надо немедленно устраивать революцию. Взгляните на меня, дитя мое, головка грезы, испуганная лань. Арас, ты знаешь, ты болван. Знаю, тетя. Он вас не любит, дитя мое, не полюбит никогда. Если вы хотите знать, он вообще никого не может любить. Разве что влюбляться время от времени, как кошка в мышку. Но вы и мышка-то не той породы. Он вас сразу же проглотит, а это ему неинтересно. Да и он... Кошка не вашей породы. Вам кажется, что вы его любите, но вы его не любите. Ну, посмотрите. Не хочу. Ну, взгляните на него, на этого краснокожего вождя. Вам кажется, что он красив, да? Нет, дитя мое, мало иметь красивые глаза. Надо, чтобы изнутри их освещала маленькая лампочка. Вот этот-то свет и рождает настоящую красоту. Ну, хватит. Если вы намерен заниматься физиономистикой, я вам пришлю Фредерик. Отличная мысль. Хорошо, что второй тут как труп. Дитя мое, вы любите не Араса, его внешнюю оболочку, а за этой оболочкой вы ничего не найдете. Это ужасно. Да, да, дитя мое, это было бы действительно ужасно, если бы у нас не было второго экземпляра. Но по счастью... У нас их два. Подойди сюда, мой мальчик. Встань вот сюда на место твоего брата. Взгляните на него, Изабелла. Это же одно и то же лицо Фредерика. Эта девушка бросилась в воду, и я не могу добиться. Почему? Я знаю почему. Простите, мадемуазель, я недавно проявил малодушие и пошел с Дианой, как она мне велела. Но догнав ее, я не удержался. Я ей все сказал. Я сказал, что это подло. Это очень нехорошо то, как они обошлись с вами, и теперь все кончено. Наша помолвка расторгнута. Как? Не надо было этого делать. По-вашему, мне будет легче от того, что мы все будем несчастны? Я не знаю, но одно я знаю точно. Я не могу любить существо, которое может так поступать. Вот и мадемуазель тоже, она поняла, что не может любить Арасом. Я удалюсь в пустыню, и там буду вспоминать о том, что я называл любовью. Ну вот и мадемуазель тоже. Только постарайтесь, чтобы ваши пустыни были по соседству. И чтобы вы могли навещать друг друга, как принято у отшельников. Я простил бы ей жестокость. Я с первого взгляда поняла, что он за человек. И все-таки я простила бы ему. Нет, вы одного им не можете простить. Того, что они вас не любят. Милые мои, мы любим только свою собственную любовь.
и за этим ускользающим отражением своих, самих себя и гоняемся всю жизнь. Мы скроили одежду заранее и слушать не хотим ни о каких переделках. Нам сподручней перекраивать клиента. А если клиент упирается, мы кричим на помощь. И никто не отзывается. Да, мадемуазель, этот молодой человек звал на помощь. Да? Да. И чем я могу ему помочь? Погуляйте с ним по парку, расскажите ему, как вы несчастны. Он вам расскажет, почему он хотел умереть. Идите, дети мои, ну идите. Отчаивайтесь вовсю. Дайте друг другу руки. Вы одни. Одни одинешеньки на всем белом свете. Нет в мире людей несчастнее вас двоих. Так, с этой парочкой все будет в порядке. Займемся другими. А раз... Я здесь, тетя. А, вот ты где. С ними все будет в порядке. Что решаешь ты? Да что я могу решить? Не стану же я добиваться Диану Мессершман все золотыми россыпями. Все подумают, что я влюблен в папашу. Ну вот, новые выдумки о нашей маленькой комедии так затянулись. Тетя, я не могу ставить себя в смешное положение только ради того, чтобы ускорить развязку. Неужели вы не понимаете? Ну да. Тетя, я не перебивал вас тогда и хотел спросить, вы в самом деле считаете... Будто у меня нет сердца. Сье! Сье! А, вот вы где, сье! Я вас ищу! Что нужно этому помешанному, а? Да, вот этому! Так вот, сье, поскольку вы не хотите отказаться от этой девушки по доброй воле... И потише, сье. Потише. Вы опоздали. И если вы не перестанете мне докучать, я вас попросту отколочу. Черт возьми, это уж слишком. Вот вам. Вы крепкий. Это ваша палочка? Моя. Ваша палочка. Да. Какая чудесная палочка. Я вам ее подам. Тише она! Прикинемся друзьями. А мы тут шутили, дорогая. Мы оба обожаем шуточки. С утра полезно немного поразмяться. Теперь не до шуточек, Патрис. Вы знаете, что происходит в эту минуту? Мне позвонили из Парижа. Ромуальд отдал чудовищные распоряжения. Он все распродает. Распродает в Лондоне, Нью-Йорке, в Вене. Через несколько часов он начнет распродажу в Париже. Он будет просто разорен. Слышали новость? Через 6 часов мой отец будет разорен. Странно, это на него не похоже. Пойду позвоню его биржевому маклеру. Это неправда. Это правда. Что вы намерены делать? Стану бедной? Что ж мне еще остается? Я нарочно пришла сказать вам это. Я знаю, вам будет приятно видеть, наконец, мое унижение. Мне и в самом деле было бы очень приятно. Но, к сожалению, ничего не выйдет. Фредерик богат, и он обязан на вас жениться. А я не хочу выходить за него. Да он больше не хочет жениться на мне. Он прогуливается по парку с этой маленькой авантюристкой. О, она не теряла времени даром. Это вы научили ее раз, как за одну ночь поймать богатого мужа. Поучите меня. Мне теперь тоже пригодится. Не тревожьтесь, дорогая. Вам эта наука ни к чему. А раз куда ты? Искать моего брата. Диана разорена, Фредерик богат. Теперь не может быть речи о том, чтобы он расторг помолвку. Он обязан на ней жениться. Я не хочу выходить. Ничего не поделаешь. Ну вот, он опять все перепутает. Новость! Великая новость! Ну что там еще? Великая новость! Она пристроена. А мы уходим прочь от светского угара.
Жить будем скромными, как в прежние года. Прощайте, роскошь, свет, танцующие пары. Вернемся к музыке, теперь уж навсегда. Мой друг, моя племянница, вовсе мне не племянница, как заставил меня утверждать ваш негодный племянник. Но в некотором роде она член нашей семьи, потому что по зрелым размышлениям я на ней женюсь. О, мой милый друг, я бы с удовольствием поздравила вас, но вы явились с опозданием. Так с опозданием сейчас 5 часов утра. Да. Ну что, дети мои, вы перекроили костюм? Ах, мадам, он пришелся в самый раз. Ах, тетя! Как я мог быть таким безумцем? Ах, мадам, как я была глупа! Ведь, оказывается, я любила его. Диана! Вы должны меня простить, потому что я вас, оказывается, совсем не любил. Простите. Романвиль, вам придется искать другую племянницу. У этой вы будете шатать. Какой удар, я так привык к этой мысли. Подай ему пунш. А где Арас? Приведите его немедленно, дитя мое. Он вас любит, он сам мне об этом сказал, но он упрямый мальчишка. Он понимает, что наша маленькая комедия подошла к концу. А если он все-таки меня не любит? Нет, в нашей комедии должен быть счастливый конец. Да, дитя мое. А вот и Арас! Я знаю, вот я. Ну идите же к нам. Иди, Арас, идите к нам. Месье Арас. А я знал, он не придет. Конечно. Мадам, месье Урас передал мне для вас эту записку. Прочтите ее нам вслух, друг мой. Тетя. Я не могу присоединиться к вам в минуту всеобщего ликования по причинам, которые легко понять. Поверьте, никогда еще я так искренне не сожалел об этом. Но раз Диана бедна, я люблю ее. Ничто нас больше не разделяет. Я женюсь на ней. Пусть придет ко мне. Я жду ее в парке. Дитя мое, идите к нему. Идите. О, пожалуйста. О, а кто это? Кто? Это я, мадам. А что означает? Пришел просить. А этот саквояж, этот костюм? Я одолжил их у вашего дворецкого. Я разорен, мне нечего одеть. Теперь я несколько лет буду подряд выплачивать ему долг, а сам отправлюсь в Краков и открою там портняжную мастерскую. Марья! О, любовь моя! Какой величавый, какой благородный поступок. Вот это называется любить. Ведь ты разорился из-за любви ко мне. Правда? Да! Я пойду за тобой. Я пойду босиком до самой твоей Сибири. Она никакого не имеет представления о географии. Я хочу стать смиренной женщиной, ты видишь? Я повязала волосы по-русски. Je ne pleure pas, touche за то, что усомнилась в тебе, да унизит, да испытает меня Господь. Я откажусь от роскоши и сама буду стряпать для тебя в нашей маленькой, хорошенькой избе. Я буду твоя маленькая скво. Согласен. Началось! Это что? Это представление? Нет, дорогая, это фейерверк. Он немного...
немного запоздал из-за всех сегодняшних событий. Пойдемте, полюбуемся на него. Забавная вещь. Фейерверк при свете дня. Наверное, не увидишь ничего. О, пора. Прощайте все. Мы ускользаем тихо. Не осуждайте нас доверчивых страстей. Увядших прелестей. Не поминайте лихо. Месье! Да. Месье! Вам телеграмма! О, Господи! Неужели у кого-то есть нужда? Вам не могли бы письмом... Ну и дела. Ну как, месье, все погибло? Может, вам еще что нужно? У меня есть кое-какие сбережения. Да нет же! То, что вы сейчас услышите, никому пока, потом попозже. Оказывается, разориться не так уж просто. Они подумали, что это биржевой маневр, все скупили. Я вдвое богаче, чем вы. И все-таки я рад за месье. У меня душа изболелась бы, если бы мне не пришлось прислуживать вам сегодня за завтраком. Без масла. Благодарю вас, но сегодня в виде исключения добавьте щепоточку соли. Как приятно. Как приятно, что месье опять почувствовал вкус к жизни.